Красота спасет мир. Мастера салона «Флёр де Лис» продемонстрировали свои работы в показе. Невероятные образы и творения из волос, а также мейкап смогли просмотреть все желающие нашего города. Подробности в следующем сюжете. Подготовка к показу началась еще с раннего утра. Мастера делали необычные прически, подбирали одежду для моделей и делали им красивый макияж. Скоро начинается пора выпускных вечеров и свадебный сезон. Молодые мастера решили показать свои работы, чтобы облегчить выбор салона на мероприятие. Это мероприятие от салона «Флёр де Лис». Наша презентация, в котором участники я, Каэрлиев Расул, Бакалкин Александр и Беркутова Сабиля. Мы как бы здесь работаем, мы хотели показать свои работы, макияж, прически, стрижки мужские, также покраски, свадебные прически. В салоне «Флёр де Лис» работают 8 мастеров. Там можно воспользоваться парикмахерскими услугами, услугами стилиста, визажиста, мастера по маникюру и педикюру, косметолога. Также в салоне есть высококвалифицированные массажисты и спа-кабинет. Мастера салона «Флёр де Лис» представляют свои работы. Прически, макияж. Каждого приглашаю посетить наш салон. Вы останетесь довольны. На показе были представлены стильные мужские прически от Антона Бакалкина, женский креативный макияж от Сабили Беркутовой, вечерние наряды и прически на любые случаи жизни от Расула Каэрлиева. Молодые мастера показали свой современный молодежный взгляд на мир стиля 21 века. Показ был очень крутой, мне все понравилось. Прически были на высшем уровне, мейкап вообще супер. Обязательно как-нибудь посещу этот салон. Я только что посмотрела показ, мне очень понравились прически моделей, их макияж. Я надеюсь, когда-нибудь я смогу посетить салон «Флёр де Лис». Молодые, но опытные профессионалы Антон Бакалкин, Расул Каэрлиев, Сабиля Беркутова произвели неизгладимое впечатление на зрителей. Все, кто хочет выглядеть модно и креативно, приходите в салон «Флёр де Лис». Местонахождение салона – Сити-центр, 3-й этаж, салон «Флёр де Лис». Олег Великий, Анна Мардвинчева, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.